Горожане смогут узнать о преимуществах удаленной работы. Популярное веяние современности, в народе именуемое фриланс, активно развивается и в Кыргызстане. И все больше и больше народа переходит от офисной работы к свободному графику. Это достаточно распространенная практика по всему миру. В развитых странах это уже давно. Ну, лет, наверное, может быть, даже 5-10 назад развивается. IT-сфера вообще сама по себе изначально это первая сфера, где стали говорить о... подчеркнули важность отсутствия офисов как таковых. То есть каждый... Понятие фрилансер — это человек, который работает у себя дома, это вот оттуда, из IT-технологий. Организаторы акции «Кочевые технологии» утверждают, что для того, чтобы заработать деньги, уже не нужно сидеть на одном месте. Имея доступ к интернету и необходимым программам, можно успешно вести свои дела из любой точки планеты. Именно об этом они решили рассказать жителям Бишкека. Также обязательно важно ставить хэштеги, самые стандартные. Бишкек, в Бишкеке, на английском, на русском, потом название вашей компании. И все это мы сделаем в стилистике кочевников Кыргызстана. Тем самым, это наша основная идея, мы показываем, что традиционные ценности Кыргызстана они прекрасно сочетаются с современным миром IT, с современным миром технологий, и всегда можно найти эту связь между поколениями, ее обязательно нужно искать, между поколениями, когда мы сохраняем традиционные ценности и при этом идем вперед. Помимо работы, людям стало доступно онлайн-образование. В Бишкеке, к примеру, можно за короткий срок обучиться английскому языку с помощью специальной программы. Для этого нужно иметь гаджет и наушники с микрофоном. Умная программа подробно расскажет и покажет, как наиболее эффективно достичь желаемого результата. Определенно наша компьютерная программа позволяет пройти тест, и этот тест определяет на его собственный уровень. Программа открывает те уроки, которые ему нужно осваивать и идти дальше. Наша методика Dynet, она способствует... Она очень глубоко продуманная, удобная в использовании. И секрет заключается в том, что нужно обучаться и онлайн, и совмещать это с занятием с преподавателями. Информационные технологии заметно облегчили современную жизнь. Онлайн можно работать, учиться, вести переговоры и даже совершать покупки. Как говорят эксперты, в скором времени может отпасть необходимость человеку выходить из дома совсем. Зулайха Топчубаева, Калыс Акибаев, «Пирамида».